Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц, на Омерс Радио и короткие музыкальные новости. Вот уже полгода, как вы постоянно просите рассказать, что же там о Аматоре, и это уже стало своеобразным мемом на этом канале. На этот раз катализатором вернуться к этой теме стало сообщение, которое я получил в личку от Александра Павлова, который написал мне, цитата, «Пока группа Аматоре не знает, что ей делать, некоторые из ее основателей не сидят без дела». Кстати, пожалуй, так и назову это видео. Думаю, те, кто чуть постарше, помнят, что Александр с 2003 по 2012 играл в Аматоре на гитаре, а сейчас он в группе Stardown. Кстати, к слову об Аматоре, в изначальный состав Stardown входил и Даниил Светлов, ну, который Стюарт. Так вот, группа, как он сам себя называет, некоторого из основателей Аматоре, не так давно выпустила сингл под названием Goodbye, причем выложили еще и инструментальную версию этого трека. Звучит сингл примерно вот так. А от Аматоре действительно пока нет новостей, по крайней мере официальных. Зато новость появилась от другой метал-группы, от которой их давно не было. Наконец-то после долгого перерыва к репетициям вернулась Рошамба. И не знаю, как вы, а я этому рад. Парни выложили в свою группу вот такой видосик с подписью «Hey guys, у меня все nice». Мне очень непривычно видеть этим волосатым. Это уж привычно. Я еще отращу чуть-чуть. Что, знаешь, на концерте сидеть прям... Месить башкой. Ну что же, господа, вы жаловались, что от нас нет никаких новостей. Привет. Здравствуйте. Но свершилось. В кои-то веки мы собрались и начали делать материал. Впервые за сколько лет? Засать. Мы пару лет, короче, практически не играли, не собирались. И ничего не делали. Ничего занимались не... со своими делами. Да. У нас скопилась куча, на самом деле, материала еще года с 2011. Ну, и последние демки, наверное, 2017. Какого? 16-17 у нас? Ты не вот знаю, вот мне кажется, это... 13-й вообще, 15-й. Не-не-не, это свежак вообще. Это свежак? Значит, 17-й. 16-й. 16-17. Короче, мы собрались, и если мы будем собираться хотя бы день в неделю, это на 52 дня в год больше, чем мы собирались за последние два. Поэтому, ребят, когда-нибудь что-нибудь... В общем, какой-то движ начался, всем, кто говорил, что мы ничего не делаем и так далее, сосите жопу. Потому что мы ничего не делали, вы были правы. Да, мы как бы вы были правы, но мы не распадались. Короче, надеюсь, скоро от нас будут какие-нибудь хорошие новости. Они уже есть. В общем, всем пока. Остаемся, надеюсь, на связи. Остаемся. Ждите, друзья, супер качественного металла. Скоро кайфанем все вместе. Что же касается Славы Соколова, покинувшего Аматоре весной, как не вспомнить про него, если мы вспомнили про Аматоре. Сейчас он выкладывает в свою группу вот такие вот видосики. А еще анонсировал новый сингл, который должен скоро выйти. Если же возвращаться к Аматоре, период летних фестивалей они пропустили. Как думаете, может сыграет хотя бы осенью или там, не знаю, зимой хотя бы? Ну и сейчас все еще активно обсуждают новый сингл Брингов. Вы его уже послушали, как он вам? Кстати, ребятушки, скоро я планирую сгонять в отпуск в этот период, и делать видео для YouTube будет сложнее. Поэтому, чтобы не скучать эти две недельки, всех приглашаю в свой инстаграмчик. Я постараюсь подкидывать туда что-нибудь прикольненькое, и буду всем рад. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. No mercy! Radio!